Всем привет, друзья! Охочусь уже где-то часа два, два с половиной. Водичка 16 градусов. Рыбы вообще нет. Прозрак так себе. Местами шикарный. Местами, вот как сейчас стрелял по уходящей щуке. Показался очень громадный хвост. А на самом деле, ну, может быть, кило 100 щучка попалась. Ну, больше по уходящей с плохим прозраком я стрелять не буду. Вот. Потому что взвесь такая плавает, кажется, прям ух, взмах хвоста такой, в ту сторону бах, выстрел, смотрю, потянуло. Я говорю, ух, попал. Думаю, хорошая, а потаскаю там. Вот так вот. 16 градусов водичка, как я уже сказал. Где-то 2,5 часа охочусь. Блин. Ну, сальвимаровский костюм мне очень зашел. Комфортный, легкий. Вот, 2 часа, 2,5 уже охочусь как-то вот так. Рыбы вообще нет. Я не знаю, в чем прикол. И давление 748 сегодня целый день. Ну, так вот погодка. Ну, солнца мало, в основном облачно. С утра вообще мгла такая стояла, как будто вот дождь собирается. Вот, рыбы вообще нету, как будто она вся попряталась и ходил и по берегу по одному, и по берегу другому, течение разворачивается, вот, и по центру реки ходил, вообще нифига, рыбы нету. Ну, сейчас еще вот пройду, ну, может, с полкилометра, с километра пройду, если ничего, то буду разворачиваться, пойду назад, охоту буду заканчивать. Сегодня явно не рыбный день, рыба вся куда-то попряталась. Вот. Ну, как я вот начал говорить, сальвимарчик, костюмчик мне очень зашел. И перчатки 5-миллиметровые классные. Вот, так что вот как-то так. Хороший костюм. Буду еще в нем охотиться. Погнали дальше.
решил припарковаться немного, отдохнуть тут. Нашел вот такой вот прикольный спуск. Вот. И тут вот дошел до такого перспективного местечка. Сейчас попробую здесь пройти. Может быть, что-то и хорошее. Рыбы вообще мало. Вот. Сейчас. Одну единственную щуку нормальную видел на перекате. Я в нее попал, но не пойму, почему сошла. То ли гарпун за что-то зацепился, у нее появилась опора, и она рванулась и сошла. Ну, щучка такая, 3 килограмма точно было. Вот. А все, что сейчас набрал, ну, это так. Уже думаю, на уху взять хоть чего-нибудь. Сегодня вообще не рыбный день. Вот так. Вот. Набрал одной, короче, мелочевки. Вот так. Пойму, в чем проблема, почему рыб-то нету. В прошлую охоту вообще шикарная рыба ходила. Или не ходили. Вот. Да что тебя так мотыляет-то? Вот. И ходили, и лени, и все ходили. И щучка крупная попадалась. А сейчас время час, а я в воду зашел где-то около 9. И вот только вот тут на этом перекате взял, так скажем, молоденькой щучки на ушицу. И все, больше река пустая стоит, ни движухи, ничего. Сейчас вот здесь вот все пройду и разворачиваюсь. Погнали.
как-то так, друзья. Подводная охота на сегодня, считаем, закончена. Давление нормальное, более-менее с погодой. Рыбы нет. Крупного. Одна щучка была. И то сход жалко. Но ничего не поделаешь. Ну, на ушицу взяли чуть-чуть. И то спасибо. Вот. Всем, кому было интересно и полезно данное видео, не забудьте подписаться на канал, включить колокольчик и поставить лайк или дизлайк, как вам будет угодно. Всем пока, до новых встреч!